Проявить свои возможности. Азербайджан присоединился к популярному шоу «Центральная Азия. Ищет таланты». Участники составят конкуренцию представителям из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Уже организован отборочный тур, который проходит в здании медиа-центра «Хазар». На него записались более 100 человек. Имена тех, кто прошел этот этап, объявят в течение недели. После объявления кастинга от желающих принять в нем участие не было отбоя. Впереди по-прежнему много работы, много этапов. Следующий пройдет в декабре. А с января уже начнется трансляция шоу талантов. Я думаю, что оно станет еще одним способом укрепить связи между тюркоязычными странами и улучшить культурное взаимообогащение. Шоу «Центральная Азия. Ищет таланты» выходит с 2019 года. Его аудитория – 80 миллионов зрителей. Финал пройдет в мае в Казахстане.